Кто Потапушка? Будешь купаться, нет? Иди, иди. Ты ждал долго. Чего? Я к тебе, я не купаться. Иди, иди, проверяй, мой хороший, иди. Это все можно прямо сейчас выпить. Не то, что выпить, скажи, вылить можно. Самое интересное. Можно выливать. Это чистая. Да, чистая, чистая. Что? Не буду на камеру. Как хотите, не буду на камеру. Надо же. К силу мне прижать телефон даже. Ну что ты? Потапушка, будешь купаться? Ты мой хороший такой. Давай, Звезда. Мне надо общество. Вода потом. Да-да. Соскучился за день. Вообще не опера, ну давай, давай, красавец, залезай. Не посмотрела. Я посмотрю. Добрый день. Потапыч. Слушай, не хочу. Я, ну потом залезу, да? Когда все отвернутся. Ну, мы все отвернулись. Парень брутальный очень такой. Не особо на публику работает. Это малышня, они привыкли. Надо обнюхать, чтобы вода чистая была. Во, видишь? Пузырики попускать, да. Сделать из нее джакузи. Не джакузи, это надо... Что там, яблоки? Что еще там? Яблок пока нельзя. Вот, молодец, давай залезай. Не могу. Тоньке будет завидно. Я джентльмен. Рыбу мы, к сожалению, там не разводили. А надо было парочку карпов купить. Кинуть туда. Давай, давай, молодец. Волну в бассейне. Это же не так. Не понимаете, что мне надо. Надо экшн-камеру в воду было пустить. Чтобы он ее доставал? Нет, чтобы как-то видеосъемка из воды. Надо было нырнуть с ней туда. Я думал, он обрадовался бы такой компании. Давай, красавец, чё. Даже взрослый дядя любит подрызгаться водичкой, да? Вот, молодец. Давай, 50% залезла. Теперь самое тяжелое. Это бассейн трещит? Это когти по дну. Ты потом увидишь. Давай, давай, вот, молодец. Давай, Потапыч, последняя лапа осталась. Для тебя тут. Ну что это? Вот, наконец-то. Молодец. Помыться после спячки самое то.
Даже завидно немножко. Да? Ну что, мальчик? Надо, чтобы к воде привыкнуть, да? А потом можно и окунуться. Не создавай мне тень. Ну что вот. Сегодня тут ловит Честера.